Здравствуйте! Сегодня 18 мая, пришла я на сад, чтобы посмотреть на цветение своих пионов. Ну и вот остановилась возле розочки Чиппендейл. Смотрите, она уже вся на бутонах, скоро мы зацветем. Ну, а потом приду, я вам покажу свои пиончики. У нас идет дождик, прохладненько. Так вот. Выглядит роза. Садик весь зелененький. Уже, конечно, появляются болячки у роз. Надо будет опрыскивать. Но это уже после того, как закончатся дожди. Вот, посмотрите. Паула Фэй и Пинк Хавайан Коралл. Кажется, я правильно произнесла. У нас сегодня дождик. Паулу Фэй обожаю. Сегодня она подраскрылась побольше, чем в прошлый раз. Красавишна. Красавишна. Ну и Пинк еще пока полураспуски. Красивый бутон. Вот так мы смотримся. Еще раз вместе. Полураспуски. Бока и Бель. Темный пиончик. Ну, пока еще только один цветочек в распуске. Все остальные жду. А еще раз скажу, что холодно. Не холодно, а прохладно. Ну, мне кажется, то, что самое нужно пиону. И дождик капает. Поэтому они еще ждут. Солнышко ждут. Sugar and Spice уже отцветает. Так я и думала. Все идет по плану. Зато пастилион раскрывается. Высоченный красавец. Мне, наверное, где-то по грудь будет. Ну, в общем, пионы начинают свое цветение. Вот так вот мы цветем. Сейчас пойдем дальше посмотрим. Ну и мимо этого кусочка пройти, конечно, невозможно. Посмотрите, какая красота. Астелеганс. Red Glory и лимон шифон. Ой, какая красота! Ой, какая красота! Посмотрите на размерчики. Ой. Буду уезжать обязательно, срежу несколько цветочков. Ой, лимон шифончик. Головище тяжелое. Ножки толстые. Как они вместе смотрятся. В планах у меня еще один посадить здесь. Посмотрю, насколько это будет хорошо. Уже заказала. Надеюсь, у меня все получится. Хочется, чтобы они в одно время цвели. Имели одну форму цветка.
первый цветочек Луис Чойса. Пока, конечно, не козистый, но цветовая гамма уже присутствует. Надеюсь, на следующий год будет очень красивым. Все, что я вам хотела показать, я показала. Теперь до свидания. Всем всего хорошего. Здоровья. Мирного неба.